Всем привет, ребятки! Вы на канале DudaPlay, и мы играем в Roblox. И смотрите, где мы находимся. Мы находимся в ресторане, и тут у нас дружище заказывают кушанье. Давайте приготовим. Это очень много заказов, ребята. А, что, все не могу взять? Так, все готовим. А вот еще берем. А, заказ я не могу пока взять, пока тут что-то не приготовится. Так, а, все, что-то приготовлено, а что-то еще не приготовлено. Ух ты, что мне вам столько много готовить надо? Ладно. Так, вот бутерброды еще остались. А, теперь мне нужно нести, кушать им. Кому там? А, вот этому чуваку. А, на, дружище, кушай. Все, бутербродики кушают. А мы, ребята, отправляемся дальше готовить. Так, и вот эту штуку приготовим здесь. Все, а пока все это что-то жарится, готовится. Хорошо. Так, вот эти чуваки сидят, кушают. Так, а ты, друг, там... А, смотри, он мне помогает. Ну, я, короче, купил его за $100. Нанял на работу вот этого чувака. А, все. Теперь ждем, пока все поедят, наедятся и мне денег дадут. Кушают бутерброды, а, молодцы, кушайте. Так, это что такое, взять? Ага, пустая тарелка, что ли? Ага, все, несем мыть посуду. Все, посуда пока моется. Тыкс, вы что, еще не доели? Давайте быстрее ешьте. Так, а эти что ходят, чуваки? Ага, новые посетители зашли, нифига себе. Ладно, так, официант бегает, тоже что-то чем-то занимается. Так, деньги взял. Так, ты вообще-то мне деньги должен давать. Я тут главный. О, давай быстренько деньги заберу. А, айсинг, чего-то там не понял. А, все, денежка моя. Посуду моем. Ага, а готовить я должен, да? Ладно. И где там чего? Так, а вот заказ мы взяли. Готовим следующий заказ. Пицца. Все, пускай жарится. Так, $159 у меня. Мы можем кого-нибудь купить. Ага, не-не-не, декор даже, нифига себе. Вот, смотри, этому чуваку нужно книжку почитать. Книжку хочет почитать. Девчонка пришла, что-то читает. Ага, а что вы сюда, книжки пришли читать, что ли? Или что, я не понял. Ладно, буду готовить еду, потому что за меня никто не приготовит, я так понял. Этот чувак ходит, ну что-то делает, принимает заказы, наверное, да? Хорошо. Угу, кто-то приготовилось, что-то я готовлю дальше. А, вот, еда готова, на, держи пирожок. Что там ешь вообще, что тебе приготовил? А, гамбургер, нифига себе. Вот, еще один заказик, и мы продолжаем готовить. Ох, и устал уже я. Давайте пойдем, пойдем посмотрим, что на улице творится. А на улице хорошо, ребята, море. Ух ты, он и тарелки, смотри, носит, молодец. Только готовлю я, наверное, да, только? Еще пришли посетители, что-то кушают. Так, ну что, тут все уже приготовлено. Ладно. Давайте, кушайте быстрее. А, денежка, денежка. Есть, 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 есть. Во. Денег больше у меня стало. Относим, моем это все дело. А, вот еще нужно что-то там приготовить. Так, ты уже поел или нет? Я пойду деньги посмотрю. Вот, смотри, сколько денег лежит. Икс. Относим все в посудомоечную машину. Так, давайте еще приготовим еду. А, нет, это уже готовая еда. Кому мне надо отнести? А, вот этому чуваку. На, держи, кушай. Вот, еще, еще двое пришло. Чуваков. Ага, денег у нас много. Давайте что-нибудь кого-нибудь купим. Так, Боб, еще какой-то. 450. А, смотри, повар, давай купим повара. $100 стоит. Все. Вот, он теперь будет все это готовить, дружище, и посуду мыть за меня. Давай, готовь. Все, он готовит. Отлично. Теперь я тут буду стоять как дурачок
и зарабатывать деньги. Ха-ха-ха, как здорово, ребята, вот такой вот у меня ресторанчик, которому мне ничего делать не надо. Вот они тут сами все готовят, а я получаю деньги. А, слушай, мне надо еще столов поставить, побольше столов, чтобы больше было посетителей, и у меня больше будет денег. Так, а вот рецептура. Угу. Можно купить рецептуру. Вот, $127 стоит. А, заблокировано все. Слушай, а как это мне купить? А, надо купить прям за реальные деньги. Давайте посмотрим, что здесь есть. Флур 2, флур 1, флур 2. Что такое флур 2? Я не знаю. Стоит вообще баснословных денег. 4500, у меня только $189. А это что такое? Вот это такое. Бустест. Не знаю, что это такое. Ладно. А давайте кого-нибудь еще может нанять. Нет, тут никого нету. У меня не хватит денег. А, ну что? Вообще тут все нормально, да, у вас, ребята? Нет, смотри, он вообще жарит только в одном месте. Что это за повар? Как так можно жарить только в одном месте? Слушай, чувак. Я вообще-то жарил, сразу два заказа принимала. Ты вот стоишь с одним заказом, бедолажка. Давай дальше готовить. А, придется мне, ребята, здесь тоже самое побегать. Потому что я смотрю, повар один, и он только готовит один заказ. Ну, хоть этот и ходит, бегает у меня официант. Грязную посуду кто будет убирать? Я, что ли? Ладно. Мне как бы важно, чтобы новые люди приходили. Вот, давай, садись. Давай, чувак. Иди, заходи. Есть место свободное. Делай заказик свой и что-нибудь покупай. А что это вот это такое, вот эта штука? Телепорт? Не понял. Для чего он нужен? А это что такое? 4500. Типа денег нету. Да. Денег нету у меня, хорошо. Ой, текс. О, $20. Идем опять-таки, отмоем тарелочку. Вот еще. Да, видишь, он, смотри, молодец. Убирается. Я тебе помогу немножко убраться. Повар готовит. О, новый посетитель. Здорово, чувак, заходи в ресторанчик наш, кушай. У нас очень все вкусно. Это тоже ходит, смотри. Угощает. Так, а вы что там, поели, нет? Это что я нажала? Хватит читать книжки? О! Что тут такое? Готовить надо дальше. Да, повар очень медленно готовит. Надо еще одного повара купить, слушай. А сколько второй повар стоил? $425. Ну ладно. Подождем. Ага, готовая еда. Несем. Держи, ты заказывала еду. Да, еще еда есть. Ладно, сейчас еще буду готовить. А, получается. Повар. Надо повара, слушай, купить обязательно нового. Но пока денег не хватает. Угу. Так, этот куда идет? А, книжки, это они не книжки читают, это они меню, слушайте, это они меню заказывают. А я думаю, что за... они приходят и читают книжки. Не. Так, деньги сразу заберу, тарелку стою. И придет, ребята, новый чувак. Какой-нибудь. Такс. Тут все приготовлено, все сделано. Так, это кому? А, тебе, на, кушай, все. Молодец. Так, а вот еще, смотри, деньги. Забираем, в мойку кидаем. Так, этот заказ уже сделал, да, себе? Ну, вроде бы как. $385. Ох, еще сколько, смотри, чуваков. Давай, я буду готовить тогда. О, денежка. Так, готовим. Ждем. У нас очень много посетителей, я смотрю. Надо будет еще одного повара купить, слушай. Так, все, готово, да?
Еще готовка. Так, а где повар? Слушай, я не понял, куда повар делся. Ты что там, домой собрался, что ли? И давай готовь. Кушать. Молодец. Все, он готовит. Так, а ты что, чувак, сидишь? Тебе еду принести или кому это принести? А, это тетечки. На, девчонка, кушай. Как бы мне еще сюда поставить, я не понял. Столы. Так, вот это что, это рецепты. Но почему-то я их не могу открыть. Они все заблокированы. Странно, странно, странно. Это у меня как бы первый уровень, как бы считается, да? Второй уровень пока заблокирован. Ой, так, а ну-ка, я могу купить еще одного повара. Есть. Все, теперь два повара у меня будут работать. Нормально. Все, кухня у меня закрыта. Теперь я буду... Вот могу тарелочку помыть, сходить, это несложно. Вот, еще одна тарелочка. Теперь ждем, когда повара там приготовят еду. Так, этот один чувак стоит почему-то. Давай, давай, давай. Готовь. О, молодец. О, давай я возьму тебе менюшку. Все, все готовят, все хорошо, отлично. Вот такой вот ресторан. Круто, у меня один официант и два повара. Теперь надо будет подождать, пока это все ребятушки, они... Так, посудку я уберу. Как бы я здесь начальник, да, с одной стороны. Хожу посуду мою. Все. Так, посуда грязная. Давайте пойдем ее помоем. Так, еда. Кому еда? Кому еда нужна? Тебе, да? Кушай. А, хорошо. А чё, вот эти вот, что тут чуваки сидят? Она еще ест до сих пор? Что так долго? Давай, кушай. О, так. А, ну ты принимаешь, да, заказы? Давай я тогда пока посуду помою. Так, а повар что это? Ты что сюда пришел? Иди, иди, готовь. Там заказы. Ты что? Во, пошел. Он немножко в окошко, видимо, поставил, посмотрел, погрустил. Он так хочет на улицу. Но он на работе, ему приходится работать. Бедолашка. Так, где там новый посетитель? Алло. Ух ты. Наконец-то я смогу выйти на улицу. Шоп. Магазин. My ресторан. А, вот магазин. Ух ты. Вот что значит. Мы можем здесь что-нибудь купить. Нифига себе, как круто. Это столы по 100 баксов стоят. Ну ладно. Мне нужно, как бы, знаешь, что купить? Какой-нибудь стул для стойки. А ну-ка, а у меня как, вот такой вот стульчик или нет? Сколько он стоит? $275. Ты что, серьезно, что ли? Чего дешево так? Так, цветочки всякие различные тоже можно будет прикупить. А знаешь мне, что нужно купить туда? У меня же стойка там большая, я туда просто-напросто, ребята, куплю. Пошли в ресторан. Где вот он ресторанчик? Вот такой вот стульчик. А как он выглядит? Просто деревянный стул. Угу. Давай, я пойду попробую купить еще просто деревянный стул. Если он такой продается. Здесь что такое? Игровые автоматы? Может, игровой автомат поставить? 150R. Я не знаю, это, наверное, очень дорого, да? Ага. Так, тут, смотри, скидка, распродажа. Вот, стульчик, сколько? 63 бакса. Давай его купим. Так. Я не знаю, купился он или нет. А, нет, это только для VIP-персоны, да? Угу. Это что такое? Sell items? Не знаю, что это такое, ладно. Так, мне нужно обычный стул. Барный. Обычный барный стул. Тикс, 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 тикс. Такой 50 баксов стоит. Давай возьмем стульчик. Один возьмем. Так, купил, купил. Все, теперь бегу в магазин. Ой, в магазин, говорю. В ресторан. А где мой ресторан? Вот он, ресторан. Заходим в ресторан. Что-то я не вижу, где у меня стул бы тут появился. А,
Странно, странно, странно. Так, давайте тарелочку пока уберу. Стоим ее где? Мойка. А, найдем здесь. Подожди. А где мой купленный стул? Может быть, здесь где-то? Нет, это тоже не то. Я не знаю, короче, ребят, напишите, где этот я купил стул, куда он мог деться. Пока тарелочку я помою. И вот это тоже помоем тарелки, пускай моются. Так, этот заказ сделал. Все, сейчас повара мои будут готовить тебе кушать. Ну что ж, ребята, я с вами буду прощаться. Ага, ну вот смотри, уровень левел 1 у меня растет. Скоро будет уровень 2. Ну, короче, прикольная игрушка. Ну что ж, друзья, интересно было. Ну, давайте прощаться. Обязательно подписывайся на канал, ставь лайк обязательно под это видео. И пиши комментарий, понравился ли тебе такой вот видосик сегодня в Роблоксе. Называется он, будет называться «Мой ресторан». Все, пока-пока.